Ничего не знаю по поводу того, что вам что-то...
нельзя ходить с сухой кожей лица. Вы же этого не понимаете совсем. А потому приходится вас переучивать как-то, что возможно тогда уход за вашей кожей будет вот такой. А какой? Более полезный, хотите, да? Ну, ничего страшного, я тоже много чего хочу в этой жизни. Со своей